На чайник начерпал. Тихо набираться вообще. Надо в другом месте искать. Пойду чайник наливать. Да, сейчас. Где-то чай скипятим. Будем разбираться, что к чему. Дров колонуть и вести оттуда. Тут что-то упало, видно, поленница там была. Поняга вот у меня босяцкая. О, какая. Кто-то задрал ее. Ланчи. Задрали кто-то, а? Ё-моё. А что такое? И задрал кто-то ее. Кто-то кусал вот. Видно, что кусали. Ну ладно. Дальше продолжим. Проскок заморозили, а? Надо как-то его аккуратно выдолбить. Ну вот, нагрелось уже все в зимой. Тепло. Сейчас чай скипью. Хотел пока поставить их. Надо переделать ее. Проскок-то надо вот эту длиннее делать, саму вот эту, чтобы она вот сюда поднималась, а то дырка-то маленькая получается вообще. Вот эта короткая, она должна вот отсюда хватать вот длиннее, потом дырка побольше будет вот здесь подъем-то, а то там кого-то сантиметров 10, ее уже не загнать туда. Ладно, сейчас подогреться чай и буду чаевать. И на бокову, наверное, вот куда делась крышка от чайника, я вот понять не могу, куда она могла деться. Тут что-то кастрюли, главное, все на месте. Все на месте. А крышки нету. Куда-то делась бы. Ну что, Настя, охраняешь? Ага, давай, охраняй.